Длинное полотенце. Итак, всем привет. Привет долготолчанам. Это второй раз записываю. Когда первый раз записывал это видео, то я записал без звука. Тут со мной еще рядом не коллега по работе, а просто говорит, почему я не стал журналистом. Вот, а работаю в каком-то говне, короче. Я говорю, ну, что-то хочется руками поделать, некоторые вещи в свое удовольствие, но речь не об этом. Я хотел поговорить про долгопилский версус, вот как-то более уверенно уже говорю. Просто мне этот человек подбодрил меня, ну, то есть подбодрил меня, то есть одобряет это дело, вот, чтобы я лучше бы работал этим журналистом, а не работал там, на заводе. Среди, ну, рабочих, черно-рабочих. Вот, он уже уходит, чтобы мне не мешать. Ладно, короче, продолжим. Я хочу поговорить про долгопилский версус. Все вы знаете, кто смотрел видео про Данилу Равша. Вот, я это видео удалил, просто мне Данила пишет, чтобы я удалил это видео, потому что его брат злится. Это говорит о том, что он струсил, а не от того, что его брат, потому что он не проявил мужества передо мной. И он сам виноват в этом. Он сам попросил, чтобы я на него записал дис, а он слился. Вы прекрасно знаете, те, кто хотели посмотреть батл, долбился, был один такой батл, но он не состоялся, потому что я сам слил этот батл. То есть я не пришел, там и было очень много народа. Ну вот, короче, я подумал, что надо мне устроить батл. Я подумал, это будет не Анатолий Петько, которого я хотел бы вызвать на батл, а пусть это был бы Витя Новацкий. Привет, Витя. Я хотел бы, чтобы ты принял мой вызов, и мы с тобой бы побатлили бы в Далгопилсе. Вот. Но если ты этот вызов не примешь, то я не обижусь, как на Данилу Равша, который школьник, у школьника которого не хватило храбрости. Вот. Поэтому, у кого есть желание со мной попадаться в Далгопилсе, пишите мне в ЛС, вот, можно обсудить. Но самое главное в этой теме, это во время батла не забыть текст. А самое главное, мне есть о чем писать, даже если я этого человека не знаю. Вот. Что можно еще сказать? Просто пишите в комментариях, кого заинтересовал долгопилский версус. Я его лично могу организовать. Я могу это на видео не снимать, вы можете просто прийти целой толпой и посмотреть на это зрелище, как это произойдет. Вся эта рэп-туса, короче. Вот. Что еще можно сказать по поводу этой темы? Есть что сказать, но опять тут пришел человек, вот, и опять все вылетает из головы. Вот. Это как, знаете, в прямом эфире. Наверное, ничего вырезать не буду. Так что пишите свои комментарии. Окей? Okay?